назвала «Стрелка». Это упражнение потрясающе помогает вытягивать спину и проверять свою осанку. Как оно делается? Значит, ноги ставим вместе, колени вместе, поднимаем руки наверх, пересекаем и начинаем вытягиваться наверх. Что здесь важно? Проверять, чтобы поясница не была прогнутая. Мы вытягиваем поясницу, зажимаем ягодицы обязательно. Локти у нас за головой, и мы пытаемся локти собирать. То есть пытаемся собирать, соединять. Кисти у нас тянутся наверх. То есть мы не вот так делаем, а мы пересекли кисти и вытягиваем наверх. Прогиб убирай. Ребра убирай, повернись. Значит, мы убираем ребра, мы убираем поясничный прогиб, и мы начинаем вытягиваться. То есть такое впечатление, что нас кто-то взял за волосы и начинает нас вытягивать, вытягивать, вытягивать. И с непривычки вам это упражнение может делать очень сложно, потому что у многих руки вот здесь, многие даже не могут руки завести назад, так как не хватает растяжки, вот, и поначалу может быть очень сложно делать, но ничего страшного, вы продолжаете делать, и со временем у вас руки и спина начнут растягиваться, и вам это будет упражнение делать намного легче. Итак, вы в таком положении стоите где-то минуту, дышите спокойно, постоянно вытягиваетесь, и теперь, что вы делаете? Поверните боком. Вы опускаете руки вниз, а вытяжение в спине вы оставляете. То есть собираете лопатки, то есть все то же самое, только опускаете руки вниз, а вытяжение в спине оно остается. То есть вот это упражнение, оно чем уникально? Оно помогает проверить осанку, как вы держите спину, правильно ли я стою, правильная у меня осанка. Так вот это упражнение, оно просто великолепно. Все мои балетные классы начинаются с этого упражнения. Мы поднимаем руки наверх, пересекаем и проверяем, достаточно ли у нас вытянут позвонок, достаточно ли у нас вытяжение в спине, и потом мы медленно опускаем руки, а вот это вот вытяжение мы сохраняем. И с такой прямой вытянутой спиной мы делаем весь балетный класс. Давайте повторим это упражнение. Но теперь, если у нас была левая рука, мы меняем руки и вытягиваемся. То есть очень важно сделать это упражнение с обоих рук. Начинаем вытягиваться, убираем поясничный прогиб, ребра собираем, шею мы вытягиваем, то есть головой мы еще давим на руки, вытягиваем, локти стараемся собрать и начинаем вытягиваться. Стоим где-то одну минуту. И теперь вот это вытяжение в спине мы оставляем и очень медленно опускаем руки. Угу. И продолжаем вытягиваться наверх. Итак, каждый раз, когда вы хотите проверить, правильно ли вы держите спину, вы делаете это упражнение. Причем его можно делать как сидя, так и стоя. Давайте теперь...